Атакуем, атакуем. Я так понимаю, мы уже победили или нет? Уровень базы повысился. Ребята, всем привет, с вами Никита. Как вы знаете, в Heels of Steels у нас было обновление. Новый пользовательский режим появился. Мир, это мой уже основной аккаунт. И здесь давайте, ребята, немножко поиграем на этом режиме. Я уже вчера начал. Даже отправил какие-то базы атаковать. И смотрим. Так, ребята, победа. Забираем награды. И попробуем здесь сегодня еще кого-нибудь вынести. Так, смотрим, кто меня окружает. Ух ты, тут база, смотрите, четвертый даже. Четвертый уровень у кого-то базы. Кто-то будет мощный. Будет, наверное, кто-то очень мощный. Даже не знаю, может, пока давайте его атаковать не будем. А я вынес вот этого чувачка. Какой-то старый текстил. Очень далеко он находился специально, чтобы побыстрее вынести. Давайте возьмем кого-нибудь поближе. Самый, наверное, близко вот этот чувак. 12 минут надо ждать. Ого! Это долго. И, по-моему, вчера был еще кто-то ближе. Кто-то был еще ближе. Ладно, давайте сразу, ребята, сюда. Я отправляю своих чувачков. Так, сколько стоит ускориться? 24 гемасика. Ладно, ребята. Место назначения базы игрока. Использовать натиск, чтобы моментально добраться до места назначения. Ну что, ладно, давайте, ребята, ускоримся. Так, подождите, какие здесь у меня задания стоят? Что нам нужно? Закажите больше танков топлива. Пригласите друга. Нарисуйте любимый танчик. Наблюдайте за звездами. Закажите больше танков топлива. Ну, начать. Одна минута. Так, прошло время. Жмем получить. Окей. Так, пригласи друга. Нарисуй любимый танчик. Наблюдай за звездами. Начать. Так, ну окей, пускай потихоньку время идет. Можно отсюда выйти. Смотрим, сколько здесь осталось времени. 9 минут. Ладно, давайте ускоримся. Жмем натиск. Так, и понеслась, ребята. Смотрим, ну я думаю, мы по-любому будем побеждать. У меня танчики так-то прокачанные. Поражение, мы проиграли. Странно, у него защита на 8000. Так, у меня у танчиков 15, по-моему. Так, так неинтересно. А, и мы еще ждем, ребята, пока мы на базу обратно вернемся. Короче, если честно, мне обновление это абсолютно не зашло. То есть, сколько надо потратить здесь этих самоцветов, рубинов. Либо сколько приходится тогда придется донатить. И учитывая, что у меня очень прокачанные танчики... Я все равно не могу вынести чувачка, у которого первый ранг. Очень странно, ребята. Так, ладно. Тогда отсюда, я думаю, можно выходить. Не знаю, короче, мне так себе обнова. Так себе этот пользовательский мир. В чем его фишка? Какой смысл, что мы здесь, конечно же, кого-то выносим? Когда на общее состояние наших танчиков это, по-моему, никак не влияет. Так, ну что, ребята. И как вы знаете, после последних моих открытий у меня был... приобретен последний из легендарных танчиков. Ну, последний это Краки, но в аккаунте я открыл самым последним конговца. Поэтому давайте сегодня немножко поиграем конговцем. Тем более я его могу усилить до 3 уровня. Так, а что у меня по усилителям здесь у конговца? Давайте, насколько возможно, улучшим усилители его. И сейчас будем их использовать. Так, вот, еще усилитель силовой щит. Так, все. Ну что, давайте, ребята, берем каждый из усилителей. Дальше что мы делаем? Выбираем, ребята, режим 1 против 1. И будем пытаться слабеньким конговцем, используя все усилители, будем пытаться пройти этот режим. Так, ну погнали, авиаудар. Что, скидываю? Пошли ракеточки. Так, ракетки. Давай, и конговец, давай. И еще так мы его поджарим. Пока он не очухался. Ой, какой слабенький конго. И смотри, ребята, сколько мне надо ударов сделать, чтобы хотя бы хоть что-то отнять. Давай. О, а он зато быстрее. Так, пока мы его прокинули, можно зажать его. Да, долго, слабенький конговец. Да ты уже уничтожишься или нет? Короче, ребята, я не знаю, сколько мы... сможем продержаться. Две победки. В принципе, две победы дадут 5 самоцветов. 5 самоцветов, это было неплохо. Так, ну а мы переходим к конговцу. Меняем усилитель. Я взял ремкомплект. Поехали. Второй заходик.
Надеюсь, тоже какой-нибудь танчик будет легенький. Атлас, ребята, это плохо. Атлас сейчас как всю пачку ракет выпустит нашему конговцу. Думаю, не поздоровится. Ладно, надо быстро, как можно побыстрее, поближе подойти, пока он не начал. На, все, готов, ребята. Готов конговец. Капец, ужасно, какой слабенький. Казалось бы, легендарный танчик. Мне даже усилитель не помог. Давайте пилу, циркулярочку берем. Короче, ужасно. Надо прокачивать. Но я захожу в магазин каждый день, и какие карты не выпадают для моих танчиков непрокачанных. Раньше были в магазине карты, я мог хотя бы их за монетки купить. И сейчас только приходится открывать сундучки. О, я еще даже не подошел. Смотрите, что он творит. Баллиста. Я еще даже не подошел. Ну, конгрец. О, фу, там напалм полетел даже. Так, подходим. И, наконец-то, и пила. О, так мы, в принципе, можем зажать его здесь. Хорош, хорош, давай. Пилим, 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 пилим. Нормально так, поджали его. Поджали, поджали, поджали. И мочим по колесам, по его гусеницам. Фу, ну на халяву. Это на халяву мы вынесли. Пила особо там никакой урон не наносила, как я мог заметить. Идем дальше, следующий. Усилитель, у нас взрывная волна. Ну посмотрим, сколько мы сможем отнять жизняк. Главное, чтобы не атлас. Так, и еще хуже, арахнит. Арахнит вообще здесь мой любимый танчик. Люблю именно этим танчиком проходить все испытания. Ну смотрим. Так, отстань. А, ну мы его только отбросили. Так, в принципе, повел... Ой-ой-ой-ой-ой, ужасно. Слабенький. Слабейший у меня конговец, ребята. Так, ну ладно, давайте попробуем минку кинуть. Сейчас кинем мину. И отойдем назад. Таким образом попробуем подорвать Катюшу, она мне достанет ракетками. Так, ну ладно, идем вперед, сбрасываем минку и отходим назад. Так, 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 столько мы увидим, увидели, уходим, 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 уходим. Так, так, подорвали немножко, ребята, подорвали и пошли. Ох ты, что она творит? Катюша, я только, ребята, хотел наносить ей какие-то удары, она сразу взрывную волну применила. Ладно, у меня третий уровень прокачки по силовому щиту. Посмотрим, насколько будет хороший силовой щит в этом деле. Так, ну ладно, давай. Казалось бы, там какая-то слабенькая кобра. У меня легендарный танчик, да, он не прокачанный. Только третий уровень прокачки, я силовой щит. Все, силовой щит так быстро закончился. Один, сколько он там, один выстрел смог отразить? На тебе, иди отсюда. Так, ладно, стоим. Ой, я в эту ямку спустился, в ямке. И на тебе. Ой, я его перевернул, перекрутил. Иди сюда, иди сюда. Короче, я, ребята, зажимаю его. Все, он не выберется. Вот в этом конговец хорош. Если бы он только посильнее был. Последний удар. Нормальная темка. Фу, хоть кого-то еще раз раскатали. Так, ну хорошо, сколько у нас там осталось усилителей. Опа, у меня напалма вообще нет. Открыт за 20 димасиков. Ну ладно, ребята, все-таки мы тестим все. Абсолютно все усилители. Пришлось еще слить гемаски. Сегодня, короче, сливаю. Сливаю все, что у меня есть. Так, ну погнали, давай. Напалм. Надеюсь, не зря я 20 гемасиков открыл. Ты мне сейчас поможешь хоть немного. Этому жнецу. Ой, там не жнец. На, иди сюда. Пошел напалм. И еще мои... И на, иди сюда. Хорош. Мы, короче, будем его, ребята, издалека мочить. Хотя можем... Давай, иди сюда. Отошел от меня. Отошел. Отошел на... А, Феникс, точно. Танчик Феникс. Называется. Забыл, как его правильно звать. И последний. Не достали. Не достали, ребята. Так, что делаем? Я стою. Стою, 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 стою. Достанем так. Не достали. Короче, ребята, кто кого... Кто подъедет поближе, тот и выиграет. И я думаю, это буду я. Есть. Отлично. Так, напалм хорошо. Помог. Немного помог. Последний. Нет, предпоследний усилитель, ребята. Это у нас быстрая перезарядочка. Ну, в принципе. А что я буду перезаряжать? Будет мой конгресс быстрее махаться?
своими железными лапами. Ну хорошо, сейчас по... А, титан. К титану, если близко подойдешь, он тоже поднимается хорошо вверх. Так, и пошла быстрая перезарядка. Ах ты. Все. Готов. Мой конгоец. Быстрая перезарядка мне не помогла. Но я думаю, сейчас дрон. Пятый, кстати, у меня дрон неплохо. Пятый уровень. По прокачке, я думаю, он сейчас немножко отнимет. Так, смотрим, против кого мы. Баллиста. Ну, мы, в принципе, баллисту и так выносили. Ну, ладно, погнали. Дрон. Вызываем дрона. И потихоньку подбираемся к баллисте. А-а-а, давай, дрон, мочи. Дрон вообще промазал, ребята. Промазал и улетел. И мне сейчас... Что? Я не смогу? Иди сюда. Иди сюда, на. Я зажал тебя. Хотя ему... О, он же еще и силовой щит включает. У него силовой щит, кстати, такой неплохой. И последний. На тебе, последний. 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 Есть, ребята, сделали. Неужели? Вынесли. Так, ну что? Так себе у нас, конечно, получилось конговцам поиграть. Так, немножко здесь забрали награды, все. И переходим, смотрим, что у нас там, ребята, в мире. Мой танчик вернулся или нет? Так, ладно, тратим шестерочку самоцветов. Мы вернулись на базу. Так, мы можем базу... А, мы не можем ее даже улучшить. Хотя у меня защита, ребята, смотрите, 15 тысяч нападений, 15. Неужели у того чувачка, на кого я нападал, у него были мощнее танчики? У меня почти все танчики прокачаны. Ладно, давайте кого-нибудь еще выберем. Кто здесь меня окружает? Смотрите, у кого-то база 4 уровень. Атаковать. Так, нет, ну я боюсь такие базы, на такие базы нападать. Давайте вот этого плеера. 32 минуты. 32. 19. Этот что, поближе? 19. 27. Давайте тогда вот этого внизу. А, эти сколько минут? 23. Ну давайте, кто поближе, будет подешевле атаковать. Так, понеслась. И 38, ребята. Сливаю. Сливаю. Место назначения базы игрока. Использовать натиск. Ну что, как вы думаете, смогу я вынести его или нет? Поехали. Так, атакуем, атакуем, атакуем. Я так понимаю, мы уже победили или нет? Победа есть, ребята. Отлично. Мы победили. Я пополнил свои ресурсы. И что, я могу улучшить базу? Так, да, ребята, я повысил. Уровень базы повысился. Хорош. Плюс 100, смотрите, это типа броня базы, я так понимаю, плюс 100. Отлично. И смотрим, моя база как-то изменилась. Никак она не изменилась, конечно. Я думал, она будет как-то хотя бы меняться. Фишка всех стратегий, да, когда у вас база как-то преображается, что-то добавляются, какие-то колонны там появляются. Этажи, ну нет, тут все чисто одинаковые базы, просто циферка меняется и все. Ну что, ребята, конечно, двоякое у меня ощущение об обновлении. Я все-таки надеялся, что появится какой-нибудь новенький, ребята, танчик. Ну что, на этом все. С вами был Никита. Пишите свое мнение в комментариях, как вам пользовательский режим мир. С вами был Никита. До скорого. Пока-пока.